Всем привет, ребята. Ну что, как я и обещал, еженеделька. Конечно, у нас сегодня среда, я вам выкину видосик уже в четверг, потому что уже поздновато, закину вам с утра видосик. Или, в принципе, может, сегодня еще успею, посмотрим. Еженеделька — конкурс, который идет каждую неделю, где можно выиграть бесплатно огника на любом сервере. В общем, все условия есть на стартовой страничке. Посмотрите неделю назад, точнее 3 дня я еще предыдущего разыграл. Так, вот так вот выглядит у нас новый фон. Ну, не знаю, такой прикольненький вроде. Веселый, скажем так. Ничего такого прям сверхъестественного. Шестерочка у нас закрыта по-любому, потому что там у всех в основном герои стоят по центру, поэтому... Не знаю, декорации такие. Такое, короче, продают его сегодня. Это с чем там она? С бутылкой пива, что ли? Капитан Дрейк, он видно. Это кто у нас содержимый? Влад Дракула. А наверху что-то я не вижу, кто там возле Дрейка сидит. Не особо видно. Так, ладно. Поехали, сейчас открою. Захватик экрана. Так, в прошлый раз мы закончили. Сейчас мы посмотрим, что там у нас по видосам. Такс. На чем я там закончил? Шесть дней. А, вот жесткий облом, этот день настал. Вот отсюда мы считаем. О, этот день настал. Что там у нас в понедельник? Сегодня у нас среда. Понедельник, по-моему, у нас было оккультист вечером. Стрим этот. Вот по стрим. Следующие 3 дня назад. А, атака фортов — это выходные, БГшка. Топ-герои для БГ — это выходные, и биться локаций. Как получить огнекрыло? Вот так вот. До этого видоса получается. Это у нас был последний видос. А, уже следующий. Качаем Акленивого. Вот это начинается все с него. Это уже эта неделя. Окей. Разобрались, поехали. Раз, два, три. Так, по волнам считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, семь, да, получается у нас. Это 42. Еще разок перепроверю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Вот так вот, плюс 5 этих видосов, 47. Вот начинается следующая, вот скачаем Акленивого. Значит, от 1 до 47. Поехали. Сорок семь. 19. Поехали искать. 19-й видос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Обзор обновы. Обзор имба обновы, новый герой магазинный. Вот так вот. Thank you.
Кстати, нормально, меньше начало попадать. Спам людей это радует. Значит, делаете все правильно. Так, смотрим, были у нас тут на видосе. Все, все отлично. Так, сейчас я так быстренько промотаю. Я проматываю для того, чтобы не было спама. Посмотреть. Ну, вроде все. Если я не ошибаюсь, а может и нет. Давайте еще разок обновим. Чтобы уже знать наверняка. Видите, один у нас остался. Не зря, не зря. Сейчас я здесь открою, так будет проще искать. Так, куча, куча, куча ребят, конечно. Просто написали, могли бы просто айдишку свою добавить, участвует. Так, ну вроде все. Вроде все правильно. Такс. Временно скин дают они героя. Да, это хорошо. Так, хулиганчик тайванский равняется. Поехал. Поехали дальше. Короче, куча-куча ребят. Просто под видосом Battle Pass. Спасибо. Battle Pass уже разобрались, в принципе, все. Привет, я участвую. Мой ID. Отлично. Отлично, что ты участвуешь. Сейчас мы посмотрим. Прикольненько, его так не находит. А, может, а, у него даже не открыто. Можно даже не смотреть, не проверять. Поехали сразу следующего. Назар Канев. Надеюсь, у него хотя бы все правильно сделано. Так, смотрим видосики. Так, за ту неделю. Вот, пошли видосы. Да, все видосики за ту неделю есть. Красавчик. Красавчик. Так, тут вопросов нет. Блин, как запарил этот VPN, честно говоря. Просто ад какой-то. Так,
Евгений Глухов. Ну-ка еще раз перепроверю. Так, тут вроде он. Здесь Назар. Сейчас мы проверим. В плане спама. Так, один Назар Канев. А ну-ка попробуем. Евгений Витальев, только один. Ну, все нормально. В общем, все, что надо было, он сделал, поэтому я ему без колебаний. Даже здесь сейчас. Ну, тут все есть. Без колебаний отдам. Да, тут все то же самое, что и там, красавчик. С какого он там года? Ничего нету, 31 января. В общем, вот так вот, поздравляю. Участвуйте в конкурсе, что надо делать, я уже не один раз рассказывал, честно говоря, устал рассказывать, показывать. Все, короче, зависит, ребят, от вас. Все, пишите комменты, ставьте лайки, следующий видосик я показал, с какого будет. Всем удачи, всем пока.